Всем привет! Сегодня мы в Иваново. Сейчас мы доедаем эту прекрасную шурпу и идем на объект. Вот мы и на месте. У нас здесь большая кухня, и примечательно, что хозяйка здесь... Кто? Пекарь. А это означает, что нам нужно большое рабочее место, которого у нас не так много. Вы же жаловались, что мне там наговорили. Заново, Иван. Итак, начнем мы справа налево. Первый пошел пенал. Как видите, мы здесь облицевали и закрыли его, чтобы все было гармонично и красиво. Пенал здесь не просто так появился. На самом деле здесь вентиляционный огромный короб, который необходимо было обыграть. И поэтому здесь появился пенал. Но не просто так. Еще здесь у нас прячется котел, который газовый. И для удобства, получается, мы закрыли вот так вот полочкой все эти трубы, чтобы можно было что-то складывать, и туда это все дело не проваливалось. Как видите, здесь у нас кухня без ручек, идет металлическая полностью. Ручка гола по всей стороне. Далее, конечно, нас встречает мойка, центр притяжения всех хозяек. От него оторваться никто не может. Если мы посмотрим, то она у нас очень красивая, удобная, эстетичная. А также здесь такое вот есть ведерко удобное, которое можно с легкостью выбрасывать мусор. Я вообще обожаю эти ведра, хотя у меня его нету. Сверху расположилась насушка. Чуть ниже все кондиционные вопросы закрываются. Конечно же, дальше рабочая зона, а под ней необходимые нам ящики. Первый — это подстоловые приборы. Второй — под разную лабуду. И третий — можно складывать кастрюльки. Все это у нас идет на доводчиках. Если посмотрим, то высота у нас идет 2560, если мне не изменяет память, полностью кухни. И шкафы здесь идет 1120. Посмотрите, как хорошо они вытягивают пространство, тем самым не нагружая кухонный гарнитур. То есть мы антресоли не ставили, как раз таки по этой причине. Дальше у нас прячется вытяжка. Она у нас находится вот здесь вот. Все это в короб, мы это запрятали. Конечно же, идет подсветка полностью по периметру. Включается у нас она за счет такого механического выключателя. Вытяжка, в ней можно выделить на самом деле чуть больше времени, потому что часто берут такую с одной бровью. Здесь же как бы мы сразу обсудили с клиентами о том, что необходимо сделать полностраиваемую, потому что она выглядит эстетичней, симпатичней и как бы не выделяется на всем фоне данного кухонного гарнитура. Мы сделали большое изобилие ящиков не просто так, потому что хранить в них гораздо удобнее разные вещи. То есть мы открыли и сразу имеем доступ к нашим вещам. Открыли, здесь еще не заполнено, и также полностью имеем доступ. Конечно же, куда без холодильника и огромной системы хранения над ним. Вот она у нас там. Тоже еще не заполнена, потому что места много, и как бы попробуйте и заполните. И все это завершается у нас пеналом, который с ящичками. Здесь необходимо было еще сделать так, чтобы пенал открывался до труб. Это было важно. Поэтому мы как бы замеряли расстояние, чтобы все это дело хорошо работало и открывалось. Вот такой мини-обзор получился у нас кухонного гарнитура. Мне он очень понравился. А я вас приглашаю на выставку к нам в салон, чтобы пощупать, подкрывать кухонные гарнитуры, понять, почему что-то стоит столько-то, какие-то материалы и чем вообще отличаются между собой, пощупать, подкрывать фурнитуры и понять, из чего же складывается цена кухонного гарнитура. С вами был Александр Тудоров, всего хорошего, до свидания.